Всем привет, ребята! Это Алёнова на канале 30+, и сегодня мы с вами просто говорим про тему, как развить в себе дисциплину. Дисциплина вообще что-либо делать. Очень часто так бывает, что мы не хотим делать тех или иных вещей, и у нас то нет сил, то какая-то апатия, то какая-то несосредоточенность. И, в общем, все эти вещи, они очень сильно влияют на то, как вы будете дальше действовать. И я рекомендую для того, чтобы развить в себе дисциплину, очень важно начать практиковать, хотела сказать, периодическое голодание и восстановление. Но нет, это очень индивидуальная вещь. Все почему-то у меня перекликается с прошлым опытом. И развить в себе дисциплину можно двумя способами. Это лишить себя возможности делать то, что вы делали раньше. Если вы будете продолжать находиться в той же обстановке, в той же ситуации, с теми же людьми, с той же работой, то, к сожалению, дисциплина будет, ну, как бы такая себе слабенькая. Но другой момент, когда вы себя загоняете в какие-то жесткие рамки, например, рамка по финансовым каким-то обязательствам, по другим, ваш организм не может постоянно находиться в состоянии бей-беги. Он когда-то начнет замирать от того, что вы что-то делаете не так. Потому что когда организму тоже неудобно, вы ставите какие-то супер ограничения, какие-то супер сроки, это дополнительный стресс. Стресса и так полно окружающего, физического, финансового, психического, и вы еще делаете условный дополнительный стресс. Иногда это стимуляция, а иногда это просто дополнительный стрессогенный фактор. Подумайте о том, нужен ли вам дополнительный стресс, или вы хотите действительно работать больше на релаксе режиме. Другой момент, дисциплина вырабатывается тогда, когда вы понимаете, для чего вы делаете, и вы понимаете все минусы того, что если вы чего-то там не сделаете, что будет тогда? Что будет тогда? И дисциплина очень работает, когда у вас заканчиваются деньги, когда у вас кто-то заболевает, не дай бог, или когда вы попадаете в какую-то глубинную яму. Я желаю вам идти не от этой дисциплины, а от дисциплины «я хочу развиваться». Если я хочу развиваться, то я подыскиваю для себя все, что будет создавать условия для того, чтобы моя голова не ленилась, а действовала на все 220, 330, 350, я шучу, как всегда. Но другой момент, дисциплина не работает в условиях того, когда все готовенькое, все здоровенькое, и в итоге все равно происходит какой-то момент, в котором нужно выбирать самое важное. А что вы выбираете? Вы выбираете жизнь или, может быть, что-то другое? Напишите под видео. Очень многих мотивирует ролик про дисциплину, где я говорю о том, от чего нужно избавляться для того, чтобы вы себя комфортно чувствовали. Напишите.